У меня вопрос. Вот если посветить ультрафиолетовым фонариком в пластиковую белую тарелку и присмотреться, сфокусироваться, то как бы такие мушки летают, броуновские, такие туда-сюда, по траекториям, прямо как плавают, очень быстро-быстро кружатся, какие-то точки, мушки непонятные. Что это такое интересно вообще? Кто бы объяснил, умный дядька какой-нибудь? Прямо вот мошки. Но на фотоаппарате этого не видно. А в глазах есть. Я спрашивал, других людей показывал то же самое. То есть я думал, что меня глючит, но нет. Прям повторите, поймете, увидите, о чем я говорю. Вот, надеюсь, мне объяснят, что это такое. А если доселе никто этого не знал, то пусть в честь мое имя назовут этот спецэффект в глазах. Прикольно. Вот фонарик ультрафиолетовый. В темноте лучше видно. Вот сфокусироваться просто надо и все. И они начинают так летать туда-сюда. А вот если обычным фонариком, то нифига. Такой фишки нету. Только ультрафиолет скажет вам сейчас привет. Короче, пока.